Общий прирост составил почти 4,5%. За весь прошлый год через северные гавани прошли 98,5 миллионов тонн грузов. Мурманск так и остался на ведущей позиции. Показатели грузооборота в столице Заполярья выросли на 3%. Всего больше 56 миллионов тонн. В два раза меньше перевозок было в Сабете. Тем не менее, там тоже плюсовая динамика. Самый большой прирост зафиксирован в порту Варандей. Грузооборот увеличился на 27% из-за наращивания объема поставок нефти на восток. А вот Архангельск, наоборот, ушел в минус. Он потерял больше 2 миллионов тонн грузопотока. Аналитики говорят, это может указывать на снижение темпов реализации крупных инвестиционных проектов.